Юмор не для всех. Всего за несколько часов игумен Виталий написал более 20 твитов в своем микроблоге. Представитель церкви был сильно возмущен вступлением депутата Михаила Шора в группу пастафарианской церкви. Дело в том, что в интернете появилось некое сообщество, именуемое себя как церковь летающего макаронного монстра. Вот так, к примеру, выглядит епископ Ивановской епархии. Идея носит юмористический характер. К виртуальной церкви примкнул и депутат Михаил Шор. А вот игумен считает, что политик компрометирует правящую партию. И православные после такого стебного отношения к религии за Единую Россию на думских выборах голосовать не будут. Шор утверждает, что ничего не нарушил. Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Отдельное мнение вот этого священнослужителя не имеет под собой никакого отношения к церкви. Может, это его комментарий просто как гражданина. Церковь не участвует в политической борьбе, церковь не ведет агитацию за ту или иную политическую партию, за того или иного кандидата. Поэтому вот заявление этого человека мне кажется странным.